выходят не за меня, не за того парня, как говорится, они выходят за себя. Они хотят видеть, иметь возможность видеть своего политического представителя на выборах. Люди выходят только за идею. Под дубинки невозможно выходить за деньги или за кого-то другого. Люди выходят за себя. Тебя просили прекратить голодовку? Они. Кто они? Ну, я не знаю, там звонили из мэрии, звонили из мэрии. Перестань. Нет, мы с мэрией никогда не звонили. С мэрией мне не звонили ни разу. То есть, кроме близких, никто не просит? Ну, один раз Памфилова попросила, но я считаю, что это огромнейшее лицемерие с ее стороны. Я сдержалась, чтобы... Элла Памфилова имеется? Да, я сдержалась, чтобы не ответить ей. Понимаешь, ты себя убиваешь? Я... Нет. Ну, это вообще сейчас не довольно серьезно. Нет, я не считаю, что я себя убиваю. Я считаю, что я занимаюсь тем делом, в котором я верю. И я считаю, что я делаю его правильно. Я считаю, что всю нашу страну убивает Путин. Просто медленная смерть.